Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! А у нас специальное предложение дня. Двойная сковорода-гриль с функцией духовки. Да. И вот знаешь, Олег, у меня сразу же вопрос. У меня на даче нет духовки, а я знаю, что самая лучшая еда и здоровая получается в духовке. Совершенно верно, друзья мои. Это уникальная сковорода двойная от европейского бренда Bergner. В чем ее преимущество? Да, то, что она выполняет функцию духовки прямо у вас на плите. Кроме того, она имеет правильный сплав металла, который, кстати, будет удерживать температуру и при этом, друзья мои, не высушивать блюдо. Ты правильно задала вопрос, что обычно, когда мы готовим в духовке, то блюдо высушивается, но не в нашей сковородке. Смотрите, мы сейчас будем закладывать блюдо, которое вы видите прямо на экране. Мы закладываем сюда овощи, это может быть кабачки, это может быть цукини, патиссоны, все, что хотите. Мы закладываем перец болгарский цветной, закладываем мясо, солим, перчим, друзья мои, и давайте посмотрим. Смотрим на результат. Ровно через 50 минут мы получили вот такой результат. Посмотрите. Причем, смотрите, перец у нас не раскиселился, он имеет целостность, а значит, будет приятно радовать на столе. Кроме того, мы одновременно положили и цукини, и, например, вот кабачки вместе с баклажанами. Самое главное, давайте посмотрим на результат мяса. Взгляните, друзья мои, мы готовили в нашей двойной сковородке. Получили вот такой прекрасный результат. Самое главное, что мясо у нас получилось абсолютно мягкое. Причем самое главное, что оно идеально, друзья мои, разваливается, а значит, не пересушили мы его. Ну и давайте сейчас, друзья мои, покажем нашим телезрителям, как ухаживать за данной сковородкой. Смотрите, весь сок остается внутри. А теперь давайте посмотрим, как ухаживать за данной сковородкой. Все очень просто. Вы можете мыть посудомоечной машине, а можно просто взять и протереть, например, вот так вот тряпочкой. В два движения. Сначала один раз, потом, друзья мои, второй раз. Протерли нижнюю часть, функцию гриль и верхнюю часть. А теперь смотрите, друзья мои, показываю. Взяли, протерли, все. После этого вы берете, друзья мои, разъединяете ее и устанавливаете на плиту. То есть у вас получилось одновременно целых две сковороды. Дело все в том, что наша сковорода сделана из литого алюминия, один из самых прочных материалов. Кроме этого, эта прекрасная сковородка, друзья мои, идеально материал этот используется для приготовления блюд в гриле. Смотрите, вот эта ребристая поверхность позволяет нам минимальное количество жиров использовать. Для чего это нужно? Но вспомни, в ресторанах, как правило, всегда блюда гриль очень дорогие. Согласна. Здесь это очень просто и легко можно приготовить, потому что литой алюминий хорошо используется для сковородки гриль, плюс здесь еще двойная сковородка, куда стекают дополнительные жиры. Друзья мои, смотрите, жир стекает вовнутрь, при этом, кстати, мгновенно образовывается корочка. Прошло, ну сколько? Примерно секунд 15, а мы уже жарим прекрасные бургеры. Получается, что мы можем готовить здоровую еду без лишнего масла, без лишнего жира. Ну и еще вот эти красивые полосочки, которые мы видим в ресторанных стейках, теперь мы можем делать дома совершенно спокойно. Да, совершенно верно. Давайте просто найдем несколько отличий. Мы взяли обычную сковородку. Обычная сковородка выхолаживает. То есть у нее просто улетучивается. В нашей она полностью герметична. И здесь еще есть функция гриль. Смотрите, тройная выгода получается. То есть вам, по сути, не нужна духовка. Духовка не у всех есть дома, бывает на даче. Здесь вы готовите гораздо сочнее, качественнее. Вам не нужна сковородка, потому что вы разъединяете очень легко эту сковородку. У вас получается целых две сковородки. Плюс еще дополнительно одна сковородка, которая имеет функцию гриль. То есть, по идее, вот такие старые сковородки с вашими крышками абсолютно не нужны. Давай разбираться дальше, друзья мои. Вот именно, знаешь, какой вопрос, Олег, сразу. Вот мы говорим, что эта сковородка у нас обладает функцией духовки. Как так получается? Как на сковородке может получиться еда, как будто в духовке? Совершенно верный вопрос. Ну, дело все в том, что наша сковорода полностью герметична. Смотрите, друзья мои, я принципиально два цвета на выбор. Так. Герметичное соединение. То есть наша сковорода полностью сделана из литого алюминия. Это один из самых прочных материалов. Что мне очень нравится, вы можете готовить абсолютно
совершенно различные блюда. Они герметично будут готовиться прямо внутри и не выхолаживать. Для чего это нужно? Например, духовку мы часто открываем. Или духовка просто сушит тены, которые находятся внутри. Наша сковорода, благодаря вот таким силиконовым вставкам, она герметично удерживает полностью всю температуру. То есть, если вы ее разогрели на температуре, она выдержит, 200 градусов и выше, вы можете, например, легко получить сочное блюдо, никогда не высушивая. Как здорово! Мы можем без духовки приготовить блюда, которые обычно нам нужны были для духовки. Да. Такая некая 3D-циркуляция. Это очень большое преимущество. То есть блюдо у нас не высушивается. То есть создается именно правильная температура, равномерное распределение тепла со всех сторон. И самое главное, что получается у вас сочное блюдо, в отличие, например, вот от духовки. Ну и самое главное, что цена только сегодня 1999 рублей стоит двойная сковорода с функцией гриль, с функцией духовки. 1400 рублей сегодня скидка. У нас два цвета на выбор. Посмотрите, какая она стильная, какая она красивая. Мне очень нравятся еще вот эти магнитики, которые раз и замыкают да. нашу сковородку на замок. Успевайте дозвониться прямо сейчас. У нас сегодня фиксированная доставка. 199 рублей на все товары, поэтому успевайте дозваниваться, у нас крайне ограниченное количество. И мне очень нравится, что у нас два цвета на выбор, это раз, а второе, мне очень нравится, что мы получаем сразу и гриль, и две сковороды, и духовку, и все это в одном. Давайте, друзья мои, посмотрим на экран еще раз, в чем вот именно преимущество и как на ней готовить. Внимание на экран. Вот она, ваша сковорода двойная с функцией гриля. Почему двойная, мы вам рассказываем. Потому что она разъединяется на две сковородки. Здесь можно готовить с функцией духовки. Например, поместили большое количество мяса или рыбы, или овощей, зафиксировали. Кстати, не используя, например, лопатку или шумовку. Это тоже большое преимущество. Вам не придется перемывать дополнительно предметы. Что мне еще нравится, друзья мои? Мне нравится то, что здесь очень хорошая вместительность. Здесь помещается до 2 и более килограмма креветок, ну и самое главное, мясо и овощей. Ну и еще, знаешь, Олег, у меня сразу же вопрос к тебе, что же здесь за покрытие у нас? Друзья мои, каменное природное покрытие, причем в несколько слоев, это нанотехнологии здесь используются. Представляете, сковорода, двойная сковорода с функцией гриль, с функцией духовки. 1999 рублей, и эта цена только сегодня. Забирайте со скидкой 1400 рублей.